Петр Великий. Царь-реформатор, создатель великой державы, первый император всероссийский. Он кардинально изменил жизнь страны, ускорив ход ее истории и определил дальнейшие пути развития государства на столетия вперед. Петр I от природы был наделен выдающимся умом, обладал огромной энергией и необыкновенной любознательностью. Он был открыт всему новому, постоянно учился, отдаваясь любому делу со свойственной ему широтой и страстью, и стремился незамедлительно применять полученные знания на практике. За свою жизнь царь овладел многими ремеслами, имел необычайно широкий круг интересов и обширные знания по самым разным вопросам. С юных лет Петр Алексеевич проявлял интерес к наукам и европейскому образу жизни и стал первым русским правителем, который покинул территорию своего государства и совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. Первым внешнеполитическим деянием молодого царя стали военные действия против Турции. После первого неудачного Азовского похода Петр мобилизовал все силы на укрепление армии и строительство флота. В 1696 году царь предпринял второй Азовский поход под командованием генералиссимуса Алексея Шейна, руководившего сухопутными войсками, и адмирала флота Франца Лефорта. Взятие Азова стало первой военной победой Петра и важным шагом в решении главной внешнеполитической задачи на юге – выходу России к морю. Однако для продолжения кампании против Османской империи было необходимо заручиться поддержкой европейских государств. Для привлечения новых союзников к антитурецкой коалиции в 1697 году в Западную Европу отправилось Великое посольство. Дипломатическая миссия состояла из 250 человек во главе с великими полномочными послами. Генерал-адмиралом Францем Лефортом, генералом Федором Головиным и начальником посольского приказа Прокофием Возницыным. Сам царь следовал инкогнито под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Путь посольства пролегал через Кёнигсберг в Голландию. Считая необходимым реформировать Россию, приблизив ее к Европе, Петр I подробно знакомился с зарубежным укладом жизни и изучал самые передовые достижения, чтобы применить их по возвращении на родину. Интересы Петра были поистине универсальны. Он изучал математику, физику, астрономию, практиковался в медицине, учился искусству гравирования и книгопечатанию. В Кёнигсберге Петр прошел полный курс артиллерийских наук. В Голландии постигал азы корабельного дела и сам работал плотником на верфи. Одновременно он вел дипломатическую переписку, осматривал различные мануфактуры, посещал музеи. Освоив в Голландии практику кораблестроения, Петр отправился в Англию, чтобы там постигать научные основы проектирования судов. Благодаря помощи короля Вильгельма III он получил беспрепятственный доступ на верфи и артиллерийские заводы. Царь посещал военные базы, доки, арсеналы и оружейные производства и везде стремился получить чертежи, рисунки и модели кораблей. Петр познакомился с крупнейшими научными центрами страны и лично общался с выдающимися учеными. В Лондоне он посетил заседание парламента
и проявил большой интерес к устройству конституционной монархии. И в Голландии, и в Англии по распоряжению царя закупали инструменты, научные приборы, станки и оружие для армии. А также привлекали в Россию различных специалистов. Петр вернулся в Амстердам и оттуда отправился в Вену. Царь желал заручиться поддержкой императора Священной Римской империи Леопольда I в борьбе с Турцией. Однако переговоры оказались безуспешными. Находясь в Вене, Петр I узнал о произошедшем в Москве восстании стрелецких полков и срочно выехал в Россию. По пути на родину, в Польше, царь встретился с курфюрстом Саксонии и польским королем Августом Сильным. В результате они заключили секретный договор о совместных действиях против Швеции. Это принципиально новое направление внешней политики России стало поворотным пунктом в истории страны и началом создания антишведского Северного Союза. Основной целью России было получение выхода к Балтийскому морю. По возвращении в Россию в 1698 году царь развернул невиданные по своему масштабу реформы государства и общественного уклада. Они были призваны сформировать в стране новую светскую культуру и максимально сблизить Россию и Европу. Первые нововведения Петра были вдохновлены впечатлениями, которые он получил во время путешествия, и касались внешнего облика подданных. Для установления единого временного пространства с Западной Европой в России было введено летоисчисление по юлианскому календарю, то есть от Рождества Христова. В 1703 году на берегах Невы Петр I основал новую столицу – Санкт-Петербург. Все устройство города, впервые в России возводившегося по плану, с прямыми улицами и каменными зданиями, было предназначено для нового образа жизни. Здесь появился первый музей – Кунсткамера. Первым публичным пространством, созданным для прогулок и общения, стал летний сад, украшенный невиданной в России скульптурой, которую царь специально выписывал из Италии. Благодаря преобразованиям Петра I в нашей стране развилось светское искусство. Значительная роль в нем отводилась портрету, новому для России жанру, в котором отразилось сознание эпохи. В Петербурге стараниями императора возникли приближенные к европейской традиции культура быта и светский образ жизни с обязательным посещением балов, маскарадов и ассамблей. Царские указы поощряли поездки молодых людей за границу, где они жили по несколько лет за государственный счет, приобретая навыки и знания в различных науках, востребованных на родине. В Россию для службы и обучения русских приглашали ученых и специалистов из Европы. Открывались математические, медицинские и навигационные школы. В Москве появилась первая в нашей стране астрономическая обсерватория под руководством ученого Якова Брюса. В Петербурге были учреждены морская академия и инженерная школа. Основана Академия наук, которая совмещала функции ученого сообщества, университета и гимназии. Первые два десятилетия XVIII века в истории России прошли под знаком Северной войны, до успешного ведения которой требовались коренные преобразования государственного устройства. Вместо Боярской думы Петр I учредил правительствующий сенат,
высший орган государственной власти и законодательства. Во главе его стоял генерал-прокурор, а сам Сенат подчинялся императору. На уровне исполнительной власти устаревшие учреждения, так называемые приказы, были заменены более совершенной системой из 12 коллегий, созданной по шведскому образцу. Каждая коллегия регулировала определенную сферу жизни государства. Важнейшими считались коллегии, отвечавшие за внешнюю политику, армию и флот. Одной из мер усиления самодержавной власти стало упразднение патриаршества и создание святейшего правительствующего синода, высшего церковного учреждения, фактически подчинявшегося царю. Для совершенствования системы управления территория России была разделена на губернии, которые состояли из провинций. Последние же делились на уезды. Губернская реформа позволила оптимизировать снабжение армии и флота. Контроль над вновь созданным административным аппаратом исполнял институт фискалов и прокуратура. Другим рычагом проведения реформ стал Преображенский приказ в Москве и тайная канцелярия в Петербурге, которые пресекали все попытки сопротивления правительственному курсу. В проведении преобразований Петр опирался на верных сподвижников, в числе которых были такие государственные деятели, как Павел Ягужинский, Феофан Прокопович, Александр Меньшиков. Для создания четкой системы управления гражданскими и военными чиновниками император ввел табель о рангах – документ, который регулировал порядок прохождения государственной службы. Теперь успехи продвижения по карьерной лестнице определялись не происхождением человека, а его личными заслугами. Сам Петр также проходил службу с низших чинов, подавая пример своим подданным. Для успешного ведения Северной войны России была необходима экономическая и промышленная база. Проведенные в стране преобразования, применение технологий и передового опыта европейских государств послужили развитию производства. В России развернулось интенсивное строительство заводов, фабрик и мануфактур. Возникло около 200 различных производств, в том числе металлургических, артиллерийских и оружейных заводов. На основе рекрутского набора была сформирована регулярная российская армия, оснащенная новейшим оружием и мощной артиллерией. Ряд блестящих сухопутных побед составил славу русского оружия. А крупнейшая победа России над Швецией в Полтавской битве в 1709 году предопределила исход Северной войны. Одним из главных свершений Петра I стало создание мощного отечественного военно-морского флота, способного разгромить сильнейшую морскую державу Европы – Швецию. Блистательная морская операция у мыса Гангут – в 1714 году стала первой крупной победой русского флота. Она подняла воинский дух, показав, что неприятеля можно одолеть не только на суше, но и на море. В 1720 году в битве у острова Грингам была добыта еще одна важная победа, которая ускорила заключение Ништадтского мирного договора и приблизила окончание Северной войны. Петр I решил одну из основных геополитических задач России. Страна получила свободный выход к Балтийскому морю. В конце 17-го, первой четверти 18 века практически все, что совершалось в экономике, политике и культуре России, было связано с именем Петра I. После блистательной победы в Северной войне в 1721 году, в знак признания его личных заслуг,
Сенат и Священный Синод преподнесли Петру I титул Отца Отечества императора Всероссийского Петра Великого. А русское государство отныне стало именоваться Российской империей. В нашей стране во все времена чтили Петра I и на протяжении 3 столетий бережно сохраняли все, что было связано с его именем. Уникальные предметы из мемориального собрания первого российского императора и экспонаты его коллекции сегодня можно увидеть в постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа. Петр Великий, посвятивший свою жизнь процветанию и могуществу России, оставался примером для всех последующих российских монархов, которые во многом продолжали заданные магистральные направления развития страны. Его воля и энергия, послужившие становлению новой России, проявляются и сегодня в самых разных сферах современной жизни, напоминая нам об уникальном герое национальной исторической памяти – Петре Великом.